Всем привет и добро пожаловать в GTA Online. Три ролика, а я еще привет ни разу не говорил первый. Дискриминация. По какому? По цветовому признаку? О, давай живи. Это Хавьер, наверное, да? Хавьер 2015. Я надеюсь, 2015 это не дата твоего рождения. Ну, посмотрим. Сейчас уже из пеленок уже все дети умные. Да, в общем, мы вернулись в GTA, и Олег согласился на еще одну гонку. Он больше не хочет играть. Ему не нравится этот режим, но я его упросила. Ну, смотрите, они такие красивые. Смотри, он светится. Ты понимаешь, он светяшки. Да. И рейтинг 72%. Ду-ду. Что? Ду-ду-ду. Там, по-моему, свинка Пеппа была только. Свинка смотри, Пеппа, где Марку, свинка? Маркус ЛП, Марко ПБ, Марко Банко, Марко Марка Парк. Марка Банка. Марка Банка же. А почему одни марки к нам приглашены? Потому что мы любим букву М и букву Р. Посмотри, Ред, Ред. Слушай, а что это, глюк какой-то или нет? По алфавиту. Почему они все марки? Потому что по алфавиту в игре GTA Online много марков. На нашем сервере. Нет, это просто по всему миру. А, смотри, Орморт к нам хочет войти. Ну почему? Кто? Я не вижу, у меня все приглашены. А, все. А, все, загрузка да. С... Нормально, что вы все примерно одного левела, а я вот такой, как Лалыч. Такой маленький, такая вот маленькая. Да, Шулька, ну мы сейчас проверим, кто кого. Я вас сейчас... Конечно, я вас всех. О, я фиолетовая. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. То есть ты продолжаешь, да? Да, я буду продолжать. Понимаешь, эта серия выйдет через неделю после предыдущей, но ребята не знают, что мы их снимаем все подряд. Не, вообще они знают, что я люблю подряд записывать. Когда есть настроение, вы сами знаете. Слушай, мне нравится, что мы в кустах каких-то. Нормально сейчас. Тут будут ветряки, наверное, какие-нибудь. Ты понимаешь, что мы с тобой начинали возле этого Вайнвуда или чего, а заканчиваем в каком-то конкретном селе или не селе? Боюсь представить, что это? Трамплинчики? О, вот хорошо. Ты же любишь трамплинчики, да? Кого ты больше всего любишь? Тебя. Учитесь, господа, если вы молоды. Комплимент. Бля. Кто-то в меня не влезет. Ты какого цвета? Догадайся. Вот давай, пока ты не помрешь, вот мы посмотрим. Хорошо. Ты не зеленый и ты не розовый, Олежа. Зашпарно, да? Ты оранжевый. Так, ну хорошо, я твою оранжевую жизнь сейчас подпорчу. Оранжевая жизнь. Взрывайся, зеленый. Я взорвала зеленого. Внизу маяк, по-моему. Маяк? Это какая-то просто бубочка. Просто светящаяся бубочка. Немножко похожа на маяк. Братан, ты чё? Ты чё делаешь? Ёпта. Какой интерес. Смотри, как у нас. Я тебе сейчас расскажу со стороны, как выглядит этот летсплей по GTA. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пе-пе-пе-ре-п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 е. У нас музыкальная комедия. Это серьезно. Она не информативная. Ничего. GTA вообще очень информативная историческая игра, в которой кто кого? Я не знаю. Тихо, тихо, что происходит? Где я? Покажите мне. Промпорт остел, стер. Кто? Какой козел кого по морде? Ой. Лежа наркоман. Нет! Нет! Пение птиц, щебетание. Такое вот воспоминание. Расскажи лучше что-то по игре, а то петь мы всегда можем, потому что пение не всем нравится, а вот что-то конструктивное, очень дико смешное. А может ты расскажешь? Нет. Тихо. Тихо. Ну что тебе сказать, мне нравится этот режим. Да, неплохо. Поиграть на один раз, да? Ну такое, удовольствие. А тебе что нравится? Ну, как ты готовишь, например. Нет, конечно, я комплименты очень люблю, особенно в GTA. Ну ты же спросила, ты же не уточнила, где? Я и сказал. А мне уже ребята когда-то говорили, чтобы я рассказала, как суши готовить или еще что-то. Слушай, а может реально когда-нибудь нам с тобой снять ролик, как там суши готовить или еще что-то? Кто замедлил? А вы все замедлились, когда я хочу? Лежа, малый, что ты хочешь? Это полностью устраивает. Ты в меня влетел, ты в меня влетел. Так вот, давай как-нибудь запишем с тобой. Вот если ребята... Нет, я не буду говорить, если ребята захотят или поставят много лайков, то мы с тобой запишем кулинарное шоу. Ну, когда поймем это, тогда и будем делать. Чего? Ребят, Олежа... Какой придурок! Что? Ничего. Мне стало очень больно. У меня сколько? У меня 4? О, так у меня еще 4 жизни. Олежа, нет! Нет, блядь! Ну, ебать...
Ну что ж такое? Ну, сучки. Не ругайся, пожалуйста, хотя бы у меня. Не могу я не ругаться. Мне горит жопец от того, что... От чего? От чего же? От чего? Кто замедлил? Какая попа? Эфиопа попа. Нет, 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 нет. Хана, короче, тебе. Кому ты там уже устроил сладкую жизнь? Блять, я же в него врезался, в зеленого-то ебаната. Я тебе говорю, тут какие-то оно... Я в него врезаюсь, и он меня убивает. Ну, либо он тебя спихивает как-то. Непонятно. Так, тихо-тихо. Я вот тут, ну, маленький... Блин, я не могу заехать, мне не хватает разгона. Так, я тут что, одна с этой стороны? А чего вы там все тусите? Давайте ко мне. А, подожди, оранжевый уже вынесен? Да, я уже помню. А, да ты! Это... Понятно. Я думаю, ты... Блин! Блин! Давай, Дашулька, соберись и попробуй всех вынести. Так помоги мне. Каким образом? Не знаю, подсказывай, кто где, кого, как лучше. Я это тебе ж карта видна лучше, чем мне. Нет. Вон они, чисто зелененький чепок. Да. Слушай, так может мне реально хитрую тактику? Я типа постою в стороне, пока они не поубивают друг друга. А я потом типа подключусь последнего? Не, ну это же неинтересно. Интересно, почему? Мне, например. У тебя еще пара жизней есть, да? Да. Три. Давай, Дашуля, я верю в тебя. Так. У тебя обязательно все получится. Это спасибо, конечно. Обязательно все будет хорошо. Ты обязательно затащишь и победишь. Знаешь, какой-то на гипноз напоминает мне. Так. Аккуратно. Аккуратно. Представляешь, шел сотый день. Даша все наматывала круги, она стала спецом в этой... Да. В этих миссиях. А кто-то, я помню, говорил, да в реальности тоже. Покупаешь байк, короче, едешь, там всех линиями убиваешь. Угу. Чего, какой реальности? Реальности GTA, да? Не, да. Ну это я сам. Все? А, время. Победа? Да. А, да. Вообще-то было... поражение. Вообще-то у меня победа, потому что у меня было три жизни. Ёпта, ты на первом месте. Это честно. Ну хоть раз порадуйся за меня, что я хоть в какой-то из миссий GTA первая. А, ты первая. Почему у нас все сиди? Потому что мы подключаемся. Бля. Почему я синяя? Я же была фиолетовой. А вот теперь... А я еще... У меня геймпад розовым горит. А у меня беленьким. А подожди, ты какого цвета сейчас? Оранжевый. Тоже оранжевый? Потому что я стала... Может, такой фиолетовый? Ты стала оранжевой, возможно, с фиолетовым? Чего? Так, ну все, лалычи, держитесь. Держитесь, нас. Детки, я вас сейчас всем наваляю. Подожди, а где мой след? А, есть у меня след. Я смотрю, у вас тут весело, у вас тут тусня. Да, у нас так, очень весело. Тебя разнесли. Судя по твоему сопению... Нет! По моему сопению, что ты определила по моему сопению? То, что я взорвалась. Меня разнесли? Нет, меня разнесли вообще-то. Так, хорошо. Надо быть умнее. Давай. Лежи, не надо меня подрезать. Я сама могу тебя подрезать. Ты прекрасно знаешь. Не надо меня подрезать. Ну, смотря, все зависит от того, как ты себя будешь вести. Блядь. Не-н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 е. Привет, чувак. И тебя розовый, и меня, да? Угу. Так, у нас с тобой по 4 жизни. Ну, да. Нам надо мстять. Давай. Вредная сосиска. Ты просто маленькая киска. Ты вредная сосиска. На букву П. Я писька, ты хотел сказать, да? Если ты мне говоришь взрослому мужчине, что вы уважаемый писька. Нет. А ты знала, что если нолик нажать, то будет вид сверху? Да, я знала. А почему мне сказать нельзя было? Я только сейчас... А, ну крайне неудобно. Ну, мне оно просто написало один раз. Я думаю, ты это увидел. Так, чего я тут одна тусю? Давайте ко мне. Го ко мне, если... Не говорила. Ей там эти школьники понаписывали, а мне не сказал ни слова. Какие школьники? Олежа, мы без перестанку играем уже третью серию. Ты до этого же знала все. Конечно. Ты все знала и не сказала. Ну я вообще очень вредная. Так, зараза, вот тебе. Так, розового я убила. Абсолютно верно. Розового я убила. Я убила тебя. Тебя или меня? Или себя? Или кто? Нас. Чего? Я слышу, тебе очень нравится? Безумно, блядь.
Что? Не-не-не-не-не. Очень нравится. Так. Я сейчас сделаю. И что? Что вы этим хотели добиться, ребят? Ты думаешь, а смотри, как это делается. Вот так вот это делается. Как? Я перепрыгнул твою ловушку. А почему ты перепрыгнул? Потому что у меня баньёб. А я тебе раз... Блядь, я врезался в ёбаный столб. Как можно на этой карте в столб врезаться? Да, я тебе серьезно говорю, я сколько врезалась в стену, у меня еще. А я умирал. Я не умирал. А я умирал. Может, я просто везучая? Конечно. Так, это что у нас за шняга? Так, опять. Шняга шняжная, жизнь общажная. Нет, 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 родной. Тихо, тихо, тихо. Тихо. О, так, тут я смотрю, вы между собой тут очень хорошо ладите. Очень, да. А что я использовала? А, бани... Ой-ой-ой, нет! Давай, начнем. Врезаться уже куда-нибудь. А куда ты врезалась? Чего я должна врезаться-то? Не знаю. С какого перепуга? Может, ты лучше врежешься? Нет. Леженька, а может, ты врежешься? Нет. А может, врежешься? Нет. О, там Хилкин. Я сама в себя врезалась. Бывает, у меня тоже такое было. И сам себе? Нормально. Да, сам себя. Сам себя или сам себе? Так, что, банихоп у меня есть? Банихоп. Да, только надо вовремя его заюзать. Я понимаю. Так, ну может вы между собой там устроите? Кого мы там между собой устроим? Покончил с собой какой-то чмырёнок. Да? Хорошо, когда он с собой поканчивает. Так, у меня две жизни. Я просто не хочу... Нет, 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 нет. Мы оба ёбнулись, да? Тебя кто-то чипокнул, да? Да, у меня одна жизнь осталась. То есть мне надо сейчас быть крайне осторожной, потому что я буду на последнем месте. Сука! О! О! Вот. Ну, ты на первую жизнь не хочешь никак. Я знаю. Нет, ну если они вдруг каким-то чудом себя поубивают... Я тут буду тихонько в тихарях стоять, то, может быть, я, конечно, и выйду, но на данный момент это impossible. 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 Аллилуйя. Impossible. Е-е. Прекрасно. Даже. Может, кто-нибудь в меня врежется? Обязательно. Пожалуйста. Только не сегодня. Ну, пожалуйста. Не будьте вредными сосисками. Так. Все? Поражение. Ну, мы с тобой прошли. Так. И кто в итоге? Я на втором месте, на последнем. Ну, и что? Не просто говорю, на последнем. Я понимаю, но тогда же я была на первом, значит, сейчас я должна в итоге быть на каком-то. Взлеты и падения. Чего? Взлеты и падения. Это было на первом, теперь на последнем. Слушай, ты. Подожди, а что, мы продолжаем? А, нет. Подожди, а почему третий раунд? Ну, видимо, ничья была. А, ну хорошо, давай еще третий раунд. О, боже. Но ты же любишь эту игру. Игру, да, это нет. А что, вы уже ездите? А почему вы ездите раньше меня? Потому что мужчинам дается право все-таки как бы впервые. Слушай, хорэ вот это проявлять свою мужскую сторону. Как? Спать будешь на диване. Нет. Сам себе завтрак приготовишь. И яишенку пожаришь. Нет. Я не скажу, какие специи я использую. Я не хотел. Я реально не хотел. Это было бомбяще, да? Праздника вкусно, наслаждаюсь. Ну, да. Понятно. Че ты горишь? А как ты выигрывала все время первые места? Горит, главное, еще обижается что-то там. Что-то там обижается. Нет, нет! Ты зеленая? Нет, я фиолетовая. А, хорошо. Почему я больше всех умерла? Олеж, ну давай ты в меня врежешься. В смысле? Ну, врежься в меня. Нет. Слушай, чего я должен в тебя врезаться? Ну мой же ролик! Я понимаю. Но мы же честно играем. Меня никто не врезался. Никто не поддавался мне. Так, тихо-тихо-тихо. Давай, братан, отлично. А, я уже не могу брать. Хорошо. Сейчас найду свою жертву. Это рыбка, и я тебя съем.
И мне это еще доказывает, этот человек доказывает, что я, что он не наркоман. Я ой, кто-то была. Взорвался. Помнишь, класс? Я твоя рыбка, я совсем. А нормально, что у меня, что наши, получается, эти ускорялки и штуки, бани-хоп, и даются на время? Наверное, да. У меня просто был бани-хоп, и он хоп-хоп. Хоп-хоп, бани-хоп, бабушки здоровы. Песня такая была. Тихо. Хорошая. Так, дайте мне жертву. Дайте. О, ты там взорвалась? Нет, не надейся. А я уничтожила, да. Кого ты там учишь? Ты что? Я кому-то врезала по попе. Не надо. За плохое. Так, ну хорошо, ребят, вы меня уже достали. Поэтому придется мне вас наказать. Давай, я тебе. Вот я сначала тебе. И даже не рассчитывай. Блин. Так, сколько там у кого? Почему у тебя 6? Потому что я еще не умер ни разу. Может, ты умрешь? Нет, не собираюсь. А может, ты соберешься? Нет. Ну нельзя же быть сарделькой, Олеж. Может. Сардельки и редиски. Это не очень хорошие люди. Так, хорошо. Снизу мне не хочется быть, я лучше буду сверху. Реально. Так, у нас у всех. А, у этих по 3, у меня 4 получается. У тебя вообще 6. Че, Гараж, ты что, выкупил секрет этой игры? Нет. Просто катаемся, как лалочи, туда-сюда. Так. Ну, немножко поедете медленно. Так. Кто тут время замедлил? Я. Хоп-хоп. Бани, хоп-хоп. Хоп, бани. Хоп, бани, бани, блю. Ох, хоп. Как весело, да? Никто никого не взрывает. А может, ты вот взорвешь? Но не я меня. Пытаюсь. О, кто взорвался? Так, розовый взорвался. У меня нос чешется, нос! Нет, я не розовая, я фиолетовая. Запомни, пожалуйста. Ты хоба. Ай, блядь! Ай, я же нажала! Вот-вот. Ты сарделька. Да я понял уже, да. Ты всю жизнь будешь сарделькой. Пока ты не поддашься? Нет! Я не буду поддаваться. Фух! Нет, нет, Олежа! Нет, нет. Нормально, что сначала, по-моему, я была первая, он в меня врезался. Есть, козлина. Можешь уничтожить или зеленого, или розового? Я потом... только что зеленого взорвал. Еще взорви его, потому что у меня осталась одна жизнь. Я не хочу быть самой последней, хотя бы предпоследней. Окей. Будь хорош. И меня, пожалуйста, я фиолетовая, запомни, меня трогать нельзя. Да, да. Нет, нет, нет! Только пока. Что, ты умудрилась проехать мимо моих ловушек? Серьезно, что ли? Что-то все забыли. Так, тихо, тихо. Бля! Ох, слава богу. Так, ты как... Одна... Во, розового надо сейчас. Розового? Да, розовый гусь. Но розового уже нет. Есть, у него одна жизнь. Давай розового. Давай розового возьмем. Да, розового. Нет, ну не меня же, Олежа, ну я же не розовая, ты же видишь, что я другого цвета. Там зеленый только, а, розовый есть, да. Все время такой, блядь. Я должен победить, по идее, да? У меня победа. У меня поражение. Так, и... Я вас всех лалочи чпокнул, да? Так, хорошо, что дальше? Я вас всех нагнул. Ну я третья? Слушай, я третья, а кто же у нас в итоге, получается, победил? Сейчас пятый раунд, шестой, девятый. Ты что, издеваешься? Нет, если сейчас еще один будет раунд... Да ладно. А сколько раундов в этой игре? А сколько ты выбрал? Я не знаю. Хорошо, играем один раунд. Последний играем. Может, шесть? Я не знаю, сколько. Олежа, сколько ты... Я не знаю, я стандартно было. Хорошо, последний. Последний, тогда уже сделаем перерыв, потому что у меня уже голова кружится от этих цветов. Я как на елочной ярмарке какой-то. Так, это мое. А, это не мое, это человек. А почему так поздно след включился? Тебе дается немножко форы. Не надо мне фора. Мне надо убить. Так. Мы над Тихим океаном сейчас. Кто тебе сказал? Вон пишет справа. Нельзя. Что? Я сплю на диване, да? Да. И яичницу сам готовишь. Нет. Ну так нечестно же. Все честно. Абсолютно не, это все враки. Ты любишь яичинку? Да. А шашлычки? Ты что, Лем?
У нас GTA, у нас не кулинария сейчас. Мы только уроки пения с тобой. Помнишь шашлычки? Помню. И я помню твой день рождения прекрасно. О, господи, я никогда не забуду эти 300 грамм рыбы. Они тебя тоже никогда не запомнят. Не забудут. А еще я помню, Олежа, да Шуля, съешь кефирчик с бычками, вкусно будет? Не бычками, а ставрида просто малосольная. Ребята, никогда в своей жизни не пейте кефир, а потом не заедайте цек этой соленой гадостью. Шуля, просто хотелось, да, по йогурту и по ставридке. Жирненькая, малосольненькая. Слушай, ты жирненькая, малосольненькая. Нет! Ну, ничего так. Что ничего так? Ну, кефир в смысле. Подожди, меня одну тут, что ли, убивают? Нет. Хоть кто-нибудь еще есть, как я? Нет, я самая маленькая. Ну, в смысле, у меня только 4 жизни. Банни-хоп-хоп. Банни. Так, банни, ну... банни-хоп. Так, мне уже начинает надоедать. Заканчиваем этот раунд и все. И, в общем, мы сделаем... это самое... Угу. Перерывчик. Нет, мы не только перерывчик. Мы с тобой... итог подведем вообще, в принципе, этого обновления. Ты мне вот расскажешь свои впечатления. Хоп, хоп, хоп. Я рано сделала бани, хоп. Тихо, тихо, тихо. О! Тебя кто-то взорвал. Ага. Я могу быть прекрасным комментатором. Тихо. Может, не надо? В смысле не надо? Я сделала бани-хо-хо-хо-хо. Олеж, не надо меня... В смысле? Я же ничего не делаю. Да, ты меня пытался подрезать. Нет. Ты просто вредина. Ты просто вредина. На-на-на-на. Оранжевый... А, это ты? Да. Мне уже нравится. Угу, прикольно. Я люблю, когда я не последняя. Это хорошо. Олежа! Что? Помоги мне победить. Как? Я, у меня уже снится это будет, наверное, эти гонки. На диване? Угу. Нет, не на диване. Нет. Так, тихо. Я вижу твой оранжевый хвост. Давай ударись в него. Как же сильно я люблю тебя. А я-то при чем? Тут ямба же тебя вынес. Ямба. Ты моя, не ямба. Тут. Кто-то включал только что замедление? Да. А, все. Думаю, у меня глюк какой-то. Так, 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 так. Да, блин. Так. Смотри, у них между собойчик пошел. Нет. Так. Боже мой. Знаешь, тут страсти накаляются. Так, 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 так. Сколько у кого жизней? У меня 3. И у меня 3? Почему так? Так получается. Блять, уже 2. Прости, пожалуйста, Олеженька. Нет! Ты понимаешь, что у нас 2-2 осталось? Да. Почему у них 4-5? Мне кажется, это надо исправить. Давай, исправляем. Так, тихо, тихо, тихо. А все ускорялки, улучшалки убра... Нет! Они появляются через какое-то время. У меня одна жизнь осталась. В смысле, от чего ты бомбишь? У меня осталась одна жизнь. А до этого и бомблю. Я вообще сам себя убиваю. У тебя тоже одна жизнь? Осталось 22 минуты, секунды. 2 минуты? 22 секунды. Нет. Что нет? 14, 13, 12, 11, 10, 9. Нет, 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 нет. Да-да-да. 5, 4, 3. 2, 1, 0. У меня бензин закончился. Поражение. Так, я надеюсь, что это уже все. Если пойдет дальше отчет, то мы будем прощаться. Да, потому что это уже... Это да, да. Да, ребят. Ну, вон, я вижу, что продолжение. Я не хочу уже продолжать. В смысле продолжение? Ну, потому что на отчет идет продолжение. Блин, что, конца этому нет, безумие? Тут, наверное, просто кто-то выбрал 6 раундов. Но я уже устала. Блядь, ящер ты сделал, ёпты. Ну, не я же то... Не, все, ребят, хватит. Не, в жопу, все. Не, хороший режим, веселенький, но меру надо знать веселье. Все, ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь ко мне и коллегу на канал. Да, а я сейчас понял, что я похож на медовую ложку.
Ты медовичок. Олег медовичок. Медовая ложка Олега Брейна. Все, ребятухи, не забывайте лайки ставить, если хотите больше серий по GTA. Да, всё. Лайк поставь, подпишись на Дашу обязательно. И на Олега тоже, пожалуйста. Ну так, если захочешь, конечно. Нет! Все, всем пока-пока. Все, пока-пока.